Пишу я дальше летопись свою. Век 19-й. Чухлома торговая. Имя чухломского купца Федора Ивановича Юдина занесено в Санкт-Петербургскую бархатную книгу знатейшего купечества Российской империи. Вместе с Симоновским и Курочкиным возили они товары в Архангельск, а оттуда плыли их корабли в Англию и Нидерланды. Прославили Чухломский край многие известные люди. Здесь родились писатель и поэт Павел Катенин, статистик и географ Константин Арсеньев, знаменитый тенор Мариинского театра Лаврентий Донской и адмирал флота Михаил Лермонтов. Thank you.